Завтра будем отмечать 20 лет со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии. Годы идут, жизнь берет свое. Мы взяли, проанализировали составы парламента Республики Молдова и Верховного Совета Гагаузской Республики. Люди, которые в течение 4 лет готовили закон об особом правовом статусе Гагаузии, привлекли общественность, неправительственные организации и увидели, что часть людей уже ушли. Соответственно, было принято решение исполкомом Гагаузии о том, чтобы увековечить имена тех людей, которые занимались подготовкой и принятием закона в 1994 году. И мы сегодня открыли мемориальную доску, посвященную этой знаменательной дате. Она располагается здесь, в здании исполкома Гагаузии, при входе в зал заседания Народного собрания. И каждый человек, который заходит в это здание, имеет возможность убедиться и прочитать фамилии людей, которые в те годы установили мир на юге Республики Молдова. Наш долг этих людей, фамилии этих людей, имена этих людей не забывать. Пройдет еще каких-то 20 лет, и большинство этих людей не будет с нами. И, соответственно, мы должны передавать будущим поколениям все то, что было сделано. Была комиссия, очень долго работали, согласовывали, в том числе и с президентами, и с председателем парламента и так далее. Ну, пришли к тому, что приняли закон. Сначала мы приняли Конституцию. В Конституции мы обозначили, что будет такое формирование, как автономия. И 23 декабря 1994 года этот закон был принят. Да, я был в зале. Было сложно, но тем не менее этот ребенок, Гагаузия, родилась. И Гагаузия, как гагаузы, как народ, обозначились, что они закреплены в истории как место его проживания.